Всем привет! Сегодня я вам покажу, как всесторонне и симметрично развивать тело малыша. Упражнение очень простое. Берем четырьмя пальчиками за лопаточку и большой пальчик на грудной мышце. Создаем контакт глаз вместе с малышом. Разворачиваемся в одну сторону на бочок и в другую сторону. Смотрим, чтобы малыш держал контакт глаз вместе с нами. И немножко задержали. Задержали. И на другую сторону. Задержали. Я немножко даже надавливаю на грудную клетку, для того, чтобы малыш хорошо ощутил свой бочок и положение на бочку.